в городе Ужгороде, в эпицентре, я изучал самые дорогие товары. А в городе Мукачеве я решил выбрать самые мелкие. Делить, перемножать килограммы на литры я не буду. Кому интересно, пожалуйста. А я так сделаю экскурсию. Это отдел всяких причиндалов таких. Вон сколько всяких колесиков. А вот этот отдел будет полезен для моего руководства, работающий в котельне, кочегарке, там, где наша боевая подруга вчера потеряла вот такое вот колесо. Но мы ей присандалили, и она теперь, как горная лань, прыгает снова. Нет, это не у вас что-то с телефоном, это надпись висит вверх ногами. Ну, юмор такой.